Radhe Govinda, Radhe Gopal, Radhe Gopal. Shri Radhe, Radhe Govinda, Radhe Gopal, Radhe Преимущество проживания в Индии, ну, в святых местах в особенности, в том, что надо минимум вещей для жизни. Я сейчас в Москве все свои вещи раздал. У меня вот осталось вот пару штанов, там, может быть, 4-5 футболок. В принципе, все. Я все раздал, потому что я живу в тепле, мне ничего не надо. И вот в Ришикеше мне достаточно вот такой вот одной гамчи. Вот так вот без заморочек абсолютно завернулся, сверху такую же накинул, все. Я счастлив. Что еще нужно Кришнаиту? Мешочек с четками джапу повторять, пару тряпок и вот такой вот маленький рюкзачок для вещей. Простая жизнь, возвышенное мышление. Так пытаются жить кришнаиты в противоположность ценностям современного мира, когда жизнь многих людей сложна, а сознание примитивно. Я не желаю прожигать свою жизнь в погоне за материальным счастьем. Для меня главное – это духовное развитие, а все, что надо, Бог дает мне в свое время. Тут просто клево! Вот очень многие люди, они как в тюрьме сидят в своих комнатушках, никуда двинуться не могут, вот, и так вся жизнь проходит. Люди, дорогие, ну что вы как черепахи просто, да, в свой панцирь спрятались? Ну реально, ну годы же идут. Надо успеть как можно больше духовно поднабраться, вдохновиться. Кя окей, боло, радишьям. Радишьям. Ача, Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Бриндаван. Бриндаванцы. Мы Бриндаван мира кого. Ача. Thank you. О май гад, language. Ача, радишьям. 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 Индусы клевые люди. Вот я стоял, пока билет покупал. Мне там индус один, ну, прям полностью помог. Там билеты по квоте, надо было идти какую-то форму заполнять, еще куда-то. Он такой, типа, ты откуда? Я говорю, из России. Куда едешь? Во Вриндаван. Он такой, глаза, о, Вриндаван, о, Кришна's place, о, ап, Хари Кришна Бхакта, я говорю, Бхакта. Он, а, в полном восторге. Короче, все мне заполнил, все, что надо. В очереди пропустил. Да, там 30 тысяч раз восхищался. Кассиру, который пробивал мне билет, он ему там стал. А-а-а, с России приехал человек, едет во Вриндаван. Ой, хорошо. Вот реально. Вот жизнь классная. Меня зовут Сундара Мадава Дас. Начиная с 1995 года, я проповедую славу Вриндавана. Я даю лекции, снимаю документальные фильмы и организую паломнические туры. Майяпур best, Джаганнатпури best, Вриндаван best, Радхапур super best. Only one place, all of universe. Radharani blessings, Kripa. Kripa means blessings. You live long, Nanda 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 Kumar help you always, always, always. Мое предназначение свыше – быть проводником милости Вриндавана для других, и у меня это получается делать лучше всего в этой жизни. Сейчас мой друг Браман совершает нам обряд Пушпанджали – поднесение цветов Шри Радха Кунди, водам самого священного озера на земле. Во время церемонии нам повязывают на запястье священную нить красного цвета, благодаря чему в жизни начинают происходить настоящие чудеса. Однажды священнослужитель дал мне моток такой нити, чтобы я за пределами Вриндавана смог поделиться божественными благословениями с другими, но я и понятия не имел, чем все это обернется для меня самого. Is it darker?
Да нормально, все в порядке, а ты как? Машу, ну скучаю я всегда, как всегда скучаю. Ученики, уроки, книги. А ты где сейчас? Я где? Я в Камбодже сейчас. По работе. Ты хоть работаешь на докторской? Или все съемки до съемки? Как тебе там, весело? Ну, весело, не очень весело. Работа все же, эти съемки надоели. Так это все бессмысленно. Столько фальши в этом. Хотелось бы чего-то нового, со смыслом. А да это неудивительно. Ты столько учишься здесь, в университете. 9 лет уже там учишься. Магистратура, докторантура. Я уверена была, что ты придешь все-таки к этой мысли, что есть более какие-то глубокие, серьезные вещи, чем съемка. Я рада. А сколько ты еще пробудешь там? Да еще пару дней здесь. Потом Бангкок и домой. Так что скоро увидимся. Маш, как я рада. Я так рада и так счастлива. Я жду тебя. Приезжай быстрее. Жду. Целую тебя, обнимаю. До встречи. Пока. Ну тогда до встречи. Пока. Меня зовут Марианна. Я родилась в Украине, но последние 7 лет живу в Южной Корее. Мне в жизни не на что жаловаться. Однако я ощущаю, что ничто материально не приносит мне полного удовлетворения. У меня есть то, о чем мечтают многие девушки. Но вся эта глянцевая, гламурная жизнь всего лишь мишура, а просто красивая и устроенная жизнь не приносит мне истинной радости. Я свободно говорю на корейском и английском. Также изучала латынь, японский, французский и немецкий. Я получила высшее образование и имею степень магистра по туристическому бизнесу, а также докторскую степень по лингвистике. Поэтому я часто бываю в командировках. В любой стране, где я оказываюсь, я пытаюсь соприкоснуться с культурой и духовностью местных жителей. И завтра я отправляюсь в знаменитый Ангкор-Ват, чтобы побольше узнать об этой древней цивилизации. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Excuse me? Yes. I'm here alone and I don't know anything here.
You look like you know better this place. Could you please tell me something about it? I know something, but it's one problem. My English is not so good. I don't speak English. Вы говорите по-русски? Может быть. Да. Что так сильно выдает? Да нет, просто немного акцент, да. Кстати, вы мне вот веревочку повязали, по-моему, да? Ну да. Это вот там перед входом. Да. Только как вас зовут? Меня зовут Марьяна. Меня, вы, наверное, сразу не помните, Сундар Мадхава. Это Сундара Мадхава. Сундара Мадхава. Да. То есть то место, где мы сейчас находимся, называется Ангкор-Ват. Ангкор – это название древнего города. Слово «ват» означает «храм». И этот храм был построен 900 лет назад, и изначально в этом храме поклонялись Господу Вишну. Вот, при входе, вот как раз там, где он веревочку повязал, то есть вот там при входе стоит вот это изначальное божество, Вишну, которому здесь поклонялись. Ну, много рук еще, да? Да. Вот, но в данный момент этот храм стал буддийским, но вот как раз, вот, где мы сейчас с вами идем, видите, вот эти барельефы все. Эти барельефы описывают древний индийский эпос Рамаяну. Я слышала что-то об этом. А потому что Рамаяна есть в Индии, Рамаяна есть в Таиланде, и есть своя камбоджийская версия Рамаяны. Вот протяжение одной стены порядка 200 метров. Вот это шов между камнями. Да. Видите, то есть даже лезвие не просунуть. Вижу, да. Эти стыки между стенами, причем они не скреплены никаким раствором. То есть древние кхмеры, вот 900 лет назад, они настолько плотно подгоняли камни друг к другу, они просто вот их ставили друг на друга, они под своим собственным весом крепились, и потом уже шла вот эта вся резьба. Изначально об этом храме мало кто знал. Он был затерявшийся в джунглях, и многие камбоджийцы даже, кхмеры о нем не знали. То есть ходили легенды такие, что где-то в джунглях есть затерянный храм, но никто толком про него ничего не знал. Этот храм нашли французы, один французский ученый. Он нашел этот храм, и он стал известен в Европе. Ему всемирную известность принес фильм «Лара Крофт» с Анджелиной Джоли, потому что там по событиям, она как раз в этот храм попала, и благодаря кинематографу сюда увеличился поток туристов. Раньше здесь было очень пустынно. Вот. Сейчас очень много туристов, и, к сожалению, туристы в результате разрушили все настроение. Потому что многие приезжают просто поглазеть по сторонам. Туризм не способствует проникновению в настроение. Очень многие люди приезжают в Ангкор, они походят, они посмотрят на барельефы, они услышат каких-то пару историй, и на этом все. Но для того, чтобы проникнуть действительно вот в глубину, как бы в тайну этого места, необходимо общение с людьми, кто является просто носителем этой культуры в своем сердце. А откуда вы столько много знаете про это место? На самом деле я знаю немного, если так вот реально посмотреть. Да. Я на самом деле могу очень много про это рассказывать, но здесь настолько много всего храмов, поэтому давайте я вам, наверное, сейчас просто покажу какие-то основные моменты. И, в принципе, мы можем проехать с вами еще по всем остальным местам. Я вам так что-то расскажу, подскажу немножечко. А сколько стоят ваши услуги? Нисколько. Потому что я все равно по этим храмам собирался. У меня не получится вам все рассказать, потому что храмов много, информации много. Но я вам все покажу, какие-то основные моменты. Да и ничего это не стоит. Спасибо большое. Мне приятно просто это делать. А знаете, в Англии есть пословица очень хорошая, что церковь – это такое место, в котором джентльмен, никогда не бывавший на небесах, рассказывает о них тем, кто никогда туда не попадет. Религия прекрасна. Это религия любви. Это то, что присуще душе, на самом деле, то, что изменить невозможно. А в рамках какого пути это будет?
не суть важно. Согласна, я и Библию изучала, и буддийские тексты. Вот, поэтому что-то и там близкое находится, а вот что именно мое личное. Разумный человек, он берет отовсюду понемножечку. Я приведу пример такой. Человек, который хочет богатства, он же не говорит, о, это индийское золото, оно мне не нужно. Да, мне нужно, давайте только вот мне европейское. Кто хочет богатства, ему какая разница, индийское, европейское, еще какое-то, он любое золото возьмет. Точно так же тот, кто по-настоящему хочет мудрости, тот, кто по-настоящему хочет знания, он возьмет его из любых Окей. Ну что, просим, и нас будет сфоткать? Would you please take picture of us? Would you please take picture of us, please? Thank you very much. На самом деле, получается, мы с вами тут знаменитости. А классно. Такой инь-янь. Черно-белое. Каждая планета — это вселенная заселена. И вот то, что в христианстве называется раем, то в вайшнавизме, в ведической культуре, это называется высшими планетами. То есть внутри нашей вселенной есть верхние планеты — райские, средние, вот как Земля, и низшие — адские. То есть человек живет на Земле, в зависимости от того, какие поступки он совершает, после смерти он отправляется либо вверх, либо вниз. Человек совершает хорошие поступки, отправляется вверх и наслаждается. Сабсары — это небожители. И они развлекают полубогов, то есть они развлекают тех, кто из земли, благодаря благочестивым поступкам, попал в рай, то есть они наслаждают. А если человек живет дурной жизнью, если человек грешит, то после смерти отправляются в ад, где его заставляют страдать. То есть вот смотрите, вот мы сейчас в Камбодже жарко. Вот сейчас вот январь, ну жара, а в то же самое время в России сейчас очень холодно. То есть разные места обладают разной атмосферой, разные места обладают разной температурой и так далее. То есть разные места предназначены для разных целей. Точно так же и разные уголки во Вселенной, что-то предназначено для наслаждений, что-то предназначено для страданий, а Земля предназначена для аскезы. Вот Земля сама по себе, она является своего рода таким промежуточным пунктом. То есть мы тут живем, учимся, и смерть — это своего рода экзамен. Вот то, что мы за жизнь, что мы научились делать, да, что мы поняли, что мы осознали, вот такой результат после смерти не получим. По большому счету, Земля идеальным образом подходит для духовной практики. Потому что здесь нет слишком сильных наслаждений и нет слишком сильных страданий. Многие люди стремятся в рай, да, и они думают, что Бог живет в рае. Но в действительности Бог живет гораздо выше. Рай — это еще материальный рай. Бог живет в духовном мире. Рай — это своего рода курорт. То есть для тех, кто хорошо жил на Земле. И жизнь в раю не вечна. Человек совершает какие-то благочестивые поступки. Это подобно тому, как он зарабатывает деньги. Вы заработали деньги, поехали куда-то на курорт, понаслаждались, потратили свои деньги, вам приходится возвращаться обратно, чтобы заново зарабатывать. Точно так же человек живет на Земле, совершает что-то хорошее, отправляется в рай. Он тратит вот это свое благочестие, которое он заработал. Когда оно заканчивается, он возвращается на Землю. Точно так же и в аду. Хоть там и очень долго люди страдают, просто адские страдания тоже не вечны. Человек как в тюрьме отсидел, страдал за то, что он совершил. Но когда он отстрадал за свое прегрешение, что ему делать? Его выпускают на воле, и он снова возвращается на землю. Но настоящая религия, она учит человека не в рай, она учит человека в Бога. На самом деле это кардинально разные вещи. Шрила Прабхупада говорил, что истинность религии проявляется потому, насколько она учит людей любить Бога. Это было потому, я вам до этого сказал, что истинная религия — это любовь. Абсолютно не важно, кто вы, христианин, буддист, мусульманин, еще бы кто бы там ни был. Главное, насколько вы способны любить Бога, насколько вы способны любить Его творение, Его детей, людей и так далее.
Мы ходили по древним храмам. Я ощущала, что мне это все знакомо, как будто я уже была тут раньше. Мой гид говорил о философии, архитектуре и просто о жизни. Признаться, я давно не чувствовала такой легкости в общении. Давайте я вам сейчас кое-что покажу. Смотрите. Динозавр? Да. Это аутентичное изображение стегозавра. Ученые брали пробу камня. Это изображение вот тех времен. То есть несколько сотен лет назад кхмеры знали про стегозавров. Это очень красивый храм. Он называется Тапрон. Он раньше был полностью в джунглях, но сейчас его расчистили. И благодаря этому храму, на самом деле, все эти анкоровские храмы стали в мире известны. Здесь Анджелина Джоли снимала свой фильм, вот, Лара Крофт. В свое время джунгли вот так вот полностью весь храм поглотили. То есть если бы его не нашли, то буквально несколько десятков лет бы еще, и все. От этого храма бы ничего не осталось. Однако здесь вот специально вот оставили некоторые деревья, то есть таким образом, чтобы просто показать, как оно раньше было. То есть многие деревья здесь уже убрали? Да, убрали, но вот оставили самые такие красивые, и которые не повлекли бы за собой разрушение храма. Ничего. Да что? Вот он этот сарайчик. Так, ага. Осторожно, чтобы нас не задавили. Хорошо. Похоже больше на гараж. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Выглядит очень аппетитно. Да. Попали, давай. Просто, ну реально со вкусом. Очень вкусная курица. Я такое еще не ела. С какими-то травами? Да. Это лемонграсс. Нет. Он, короче, придает так. Мне специально филе вокруг обмакивают. Класс. И кормится вот, да. Классно. Вы часто здесь бываете? Да. В Азии вообще самое удивительное, что нужно таких дешевых таких кафешков реально все очень вкусно кушать. Здесь как-то так получается, что порой внешне оно не презентабельно, а вот содержание очень-очень классное. Многие туристы, они приезжают в Азию ради таких, знаете, сувенирных впечатлений. Они приехали на недельку по пакетным таким турам, походили, смотрели, им сказали, что посмотреть, сказали, что ощутить, сказали, что почувствовать, так сказать. Уезжают домой, но реально местного духа, местного колорита так не прочувствовали. Для этого надо жить просто. Вот просто с обыкновенными людьми, жить, общаться, есть такую обыкновенную еду. Не совсем обыкновенная еда, мне очень нравится. Да? Такой вот скромный сарайчик, вкусно. Гараж. Гараж. Гараж так гараж. Привет! Я тебя сейчас удивлю. Я уже не в Бангкоке. Угадай, где? Трудно догадаться. Ты так мотаешься по миру. В Китае, наверное, но не дома точно. Я в Индии сейчас. О, боже мой. Ну, уж не думала. Что... Да, я с парнем одним познакомилась в Камбодже. И вот сейчас он пригласил меня сюда, получается. Все оплатил.
Заботится очень. Но он какой-то странный немного. Ой, а в чем же его странность? Ты будь там как-то посмотрительный, что ли, будь внимательный, присмотрись к нему, насколько он серьезный парень. Да все хорошо, не волнуйся. Он очень умный, каждый день дает какие-то лекции. Парень дает лекции? Странно. Ну, преподаватели. Он может быть преподаватель? Он кто? Учитель может быть? Ну, ты присмотрись там к нему. Это странно, конечно. Как-то. Это меня настораживает. Ну, сейчас все нормально, не волнуйся. Я буду держать тебя в курсе. Обнимаю, целую, пока. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna. Очень интересно наблюдать со стороны за этим человеком. Казалось бы, он не работает в обычном понимании этого слова. Однако с утра до вечера он кому-то что-то рассказывает. И оказывается, так можно жить. Он оплатил мне билет в Индию, снял для меня бунгало, и я живу отдельно. Также он взял на себя все мои расходы и при всем этом ведет себя как настоящий джентльмен. Я даже купаться хожу одна. Либо меня заманивают в секту и потом продадут на органы, либо я встретила самого необычного, по-настоящему душевного человека. И самое интересное, он живет припеваючи, в буквальном смысле этого слова. И даже я стала петь Хари Кришна. Каждый в этом мире стремится обрести счастье. Это абсолютно нормальная и естественная потребность души. Потому что душа состоит из вечности, знания и блаженства. Для нас ненормальны страдания. И более того, они не должны быть нормальными. Но проблема вся в том, что зачастую в своих попытках обрести счастье мы снова и снова наступаем на те же самые грабли. В материальном мире огромное количество успешных людей. Богатых, красивых, которые могут похвастаться своим образованием, рождением в знатной семье и многими-многими положительными качествами. Однако, положа руку на сердце, сами себе они могут признаться, что чего-то для счастья не хватает. А ведь он прав. Я родилась в интеллигентной семье, я знаю много языков, работаю в модельном бизнесе и уже побывала в 22 странах. У меня есть почти все, что называют американской мечтой, но мне порой приходится улыбаться в камеру, и я понимаю, что это всего лишь роль. А сейчас я ловлю себя на мысли, что тут, в Индии, моя жизнь обретает новый смысл. Здесь есть растение, называется вот сахарный тростник. Из этого сахарного тростника выжимают сок. Когда этот сок уже выжат, либо люди порой, кто не может выжимать сок, потому что для этого нужен довольно-таки сильный пресс, они просто этот сахарный тростник просто жуют. Но когда они вот прожевывают его, они его выплевывают, все, он пустой. И вот какой-то бедный ребенок поднимает этот жеванный тростник и начинает его пережевывать в надежде что-то оттуда достать. Он пустой, он же, его жевали уже до этого. Да, там нет никакого сока уже. Но из-за каких-то вот просто крупиц, чтобы там два рецептора на языке просто получили какую-то крупицу сладости, они идут на это. Мы говорим, ха, ну это бедные люди. Так и все дело в том, что мы в наших попытках заработать побольше денег, известности, популярности и так далее, мы напоминаем тех же самых бедняков. Очень важно проснуться. В этом мире каждый человек с утра до вечера занят только тем, чтобы как-то заработать себе на жизнь. Но если мы так сильно печемся о теле, то почему бы не позаботиться о душе? Если все время чистить золотую клетку, то птица, живущая в ней, все равно умрет. Надо кормить саму птицу.
Как бы мы ни заботились о клетке, но если забываем о птице, то она счастлива не будет. Так вот, это тело – это как клетка, а душа – это как птица. Мало заботиться о теле, нужно еще заботиться о душе. Я как будто бы проснулась. Ощущение, словно передо мной открывается дорога, ведущая в абсолютно новую реальность, наполненную неземной радостью. Это то, что я искала всю свою жизнь. Из Гоа мы отправились в Тирупати. По этим ступеням мы поднимаемся высоко в гору, в самый богатый храм Господа Вишну. Меня переодели в индийскую одежду, и мы преодолеваем 3800 ступеней ради того, чтобы предстать перед божеством Баладжи, который исполняет все желания пришедшего к нему. Оглядываясь вокруг, я представляю себе мудрецов прошлого, которые когда-то жили в этих местах, и в моем сознании воцаряется умиротворение. Прямо сейчас я должна быть в Сеуле и писать дипломную работу, но я счастлива, что вместо этого я путешествую по Индии и кормлю оленей. Впереди еще сотни ступенек по дороге в храм. Я немного устала, но это усталость телесная. Душа, как на крыльях, несется ввысь, и это ранее неведомое для меня чувство. Что-то подобное было в Камбодже, в Ангкор-Вате, но здесь это состояние стало еще ярче. В этот храм каждый день приходит порядка 50 тысяч человек. Каждый просит чего-то, но я скорее иду ради любопытства. Я не хочу ничего просить, у меня в сердце стойкое убеждение, что материальные вещи не сделают меня счастливой, а вот гармонии в душе точно не помешало бы. Мое знакомство с Сундарамадовой началось в Ангкор-Вате, храме Вишну. И сейчас мы тоже идем в храм Вишну. Похоже, Вишну не хочет меня отпускать. बलगिरिराज महाराज की बलगिरिराज महाराज की Привет, мам. Да, хорошо, спасибо. Да мы вот путешествуем по Индии, были в Южной Индии и в очень большом таком прекрасном храме в Тирупати. А сейчас вот приехали во Вриндаван, очень необычное место. Да, это небольшой город, но здесь я ощущаю что-то невероятное. Просто я чувствую себя как дома. Да, я очень хочу, чтобы ты тоже здесь побывала когда-нибудь. И ты знаешь, у меня даже возникло желание здесь пожить, остаться. Да, и это не потому, что здесь так красиво или экзотично, потому что, ты знаешь, я в стольких странах уже бывала и столько всего видела. Просто здесь именно ощущение сердцем какое-то такое необычное, и сердцем ощущаю, что здесь мой дом. Конечно же, я приеду домой тоже, чтобы вас увидеть, но здесь происходит со мной что-то необъяснимое словами. Хорошо, давай. Обнимаю. Я смотрю, у вас с мамой отношения хорошие очень.
Да, довольно-таки теплые, дружеские. Вот, но в детстве мама была очень со мной строга, что касается учебы, образования. Вот до сих пор я, получается, учусь в Южной Корее. И получилось так, что я дошла до докторской степени, которую мне нужно защитить. Ничего себе. Ты, глядя на вас, никак не подумал бы. Ну да, блондинка, что ты скажешь. Вы магистр? У меня два магистра. Один по лингвистике, а другой по гостиничному менеджменту. Ничего себе. Я в школе, на самом деле, на тройке учился. Для меня эти слова все непонятные какие-то. Магистр, докторская. Это вот мама у вас так? Ну и папа тоже. Они оба преподаватели в высших учебных заведениях, поэтому с их подачи, да. Пошла по их стопам. Я не знаю, если вы в таком юном возрасте, вы уже тут и магистр, и на докторскую защищаетесь. То... Но возраст уже не совсем юный. Ну да, 25 лет это, конечно, все глубокая старость уже. Не 25 лет, чуть-чуть больше. А сколько вам? Ну вот недавно исполнилось 30. 30? Да ладно. Вот ты говорил, что всю жизнь свою учусь, что уже как-то пора уже... Просто фраза «студентка» и 30 лет, они как-то... Ну да, согласна. Сейчас мир позже начинает жить. Да главное, чтобы правильнее. За все время, что мы путешествовали, вообще ни разу не говорили, не рассказывали о себе. Поделитесь чем-нибудь. Я не знаю, что рассказывать, да и в каком-то смысле слова не знаю, зачем. У меня нет в соцсетях, я удалил все страницы. Я как-то вот живу сейчас более такой, можно даже так сказать, скрытной жизнью. Я предложил вам поехать в Индию, да, вот так попутешествовать. Вы согласились. И у меня это вызывает, с одной стороны, очень большой какой-то внутренний трепет, если честно, а с другой стороны, реальный страх. В этом мире просто люди боятся, в принципе, ну, двух вещей. Да? То есть пойти навстречу отношениям, просто страх первый. И второй страх – это боязнь отказа отношений, что тебя отвергнут. Если честно, вот опять же, не ходя вокруг да около, вы-то говорите, вам 30, мне 40. Я уже прожил, может быть, даже большую часть своей жизни, кто его знает. И, с одной стороны, поэтому у меня нет времени, как вот у мальчишки, там, да, играть, так сказать, в какую-то любовь, романтику, в отношения. Ни сил, ни желания. А в то же самое время мне хочется любить, мне хочется служить, мне хочется заботиться. Блин, я говорю вам все это. По большому счету, я вам прямым текстом говорю, что вы мне просто очень сильно понравились. А вот это чувство, оно наоборот только больше скукоживает. Я вас понимаю. Потому что чувствую что-то, наверное, подобное. Так, мы не знаем, что будет завтра и вообще какой план, Господи. Просто остается жить. Общаться и делать то, что дает сегодняшний день. Я могу честно сказать, у меня просто есть желание узнать вас получше. Но к чему это приведет, я не знаю. Я поняла, что верю ему безоговорочно. И это началось еще в первый день нашей встречи. Сундара Мадава вегетарианец, но он шутки ради смог убедить меня, что я ем курицу. Хотя это была соя. Очень вкусная курица. Я такой еще не ела. Я даже не думала, что это странно встретить парня в юбке, отложить все свои планы и уехать с ним в Индию. Но я только сейчас начинаю понимать, что это было предначертано свыше. Такое чувство, словно я знаю его много-много лет. И я рада, что есть человек, с которым можно есть мороженое, смеяться и в то же время говорить о возвышенном. Эшри Саровара Садатвай Самадиша Прештена Сарда Махакела Тикамарангай Твам Чет Прият Приаматива Тайоры Тимам Хадарша Ядя Крипаяма Мадживитам Там. Это самое святое место на земле. Это место называется Радакунда. Кунда – это озеро,
Аратха – это спутница Кришны, его вечная супруга. Это самое святое место на Земле, потому что все остальные святые источники со всей Вселенной, они здесь сосредоточены. То есть если человек прикасается к священной воде этого озера, то это равнозначно тому, что он прикоснулся к священной воде всех озер. На самом деле это то самое место, где мы с вами познакомились. Это как? Все очень просто. В действительности наша встреча, она была сверху предопределена. В свое время я тут проводил определенный обряд Пушпанджали. Это вот поклонение Радхакунде. И во время этого обряда один браман повязал мне вот как раз вот веревочку на запястье. И он дал мне этот клобук ниток и сказал, что где ты будешь, ты можешь подобный обряд проводить вот различным людям, и кто-то из них обязательно сюда приедет, на Радхакунду. И вот вы приехали. Невероятно, да. Как слова его сбылись. Но с другой стороны, вот как в Библии сказано, что много званых да мало избранных. В реальности приглашал-то я многих, но пока доехали только вы. Значит, мне просто повезло. Если бы не встретила вас, не получила это благословение. Я хочу вам подарок еще один сделать. То есть эта вещь мне самому очень-очень дорогая. Но я буквально вот отрываю от себя, так сказать, да. Это бусы из Тулуси, вот, которые мы на шее носим. Мне один святой человек в свое время их подарил. Они мне действительно очень, как память, очень дорогие, но мне хочется с вами этим поделиться. Здесь на каждой бусинке написано имя Радха. А вот здесь написана мантра на санскрите. Тринадапи Суничина, Тарорапи Сахишнана, Аманина, Манадена, Киртания, Садахари. То есть, что святые имена Господа можно повторять только в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице, и будучи готовым выразить почтение каждому. На самом деле, это и есть суть настоящей духовной жизни. Потому что этот мир – это творение Бога, все в этом мире – все дети Бога. И только если мы научимся уважать других, научимся не ожидать почтения в свой адрес, только тогда и молиться мы сможем по-настоящему. Это правило работает для всех религий. Потому что религия одна. Истинная религия – это любовь к Богу. Просто это то, что мне вот хочется подарить вам. Спасибо большое. Очень красиво и с таким глубоким смыслом. Сейчас можно одеть? Да, конечно. Красота. То есть можно носить и снимая, или нужно когда-то снимать? По желанию, ну. Очень многие в действительности носят такие бусы десятилетиями. Вот тем, которые вот на вас сейчас, вот им 15 лет. Ничего себе. Ну да. А есть те, я видел здесь вот на Радхакунде вот святых людей, у которых вот такие бусы, я так спрашиваю, они уже такие темные. Вот видите, мои темнее, чем ваши пока еще. Ну, потому что им уже 20 вроде вот. Вот, а я встречал людей, у них такие прям темные, прям черные фактически. Я спрашивал, сколько лет? И они так задумывались, так, ну, такие 35-36. Так что, да, можно носить. То есть, просто вот эти толстые, и поэтому это дерево, они их в масле промачивают, поэтому они более долговечные. И так толстые, они поэтому меньше трескаются, более долговечные. Вот у вас тоже, так что можете носить, да. Спасибо. Пожалуйста. Почему Радхакунда столь возвышена? В своих комментариях на Упадешамриту «Нектар наставлений» Шрила Прабхупада пишет: «Это озеро обладает такими возвышенными качествами, потому что принадлежит Шримати Радхарани, дороже которой для Шри Кришны никого нет. Он любит ее больше, чем всех других гопи. Великие мудрецы утверждают, что ее озеро, Шри Радхакунда, так же дорого Кришне, как сама Радха. Действительно,
Между любовью к Кришне, к Радхакунде и к Шримати Радхарани нет никакой разницы. Здесь так хорошо, в этом месте. Такое чувство, что я это искала всю жизнь, знаете. Здесь просто сердце находит такой покой и умиротворение. Ну, это неудивительно. Так что нитя сиддха Кришна прямо садхи кабуной, шраванади шуда чита карая удой. Вот это ощущение вот этой вот божественной любви, у нас называется это према бхакти, оно есть в сердце каждого живого существа. Но когда это живое существо сталкивается вот с Хари Кришна мантрой, вот с молитвенной практикой, то это внутреннее состояние, оно просто начинает пробуждаться. Вы приехали во Вриндаван, вы оказались тут, и в соприкосновении с этими святыми местами, ну вот с киртанами, вот с просадом, ваше сердце стало просто очищаться, и то, что вы искали, вы просто естественным образом начинаете чувствовать, что да, вот оно здесь. Мне очень хочется больше узнать о вайшнавизме. Я не так много слышала и читала. Но хотелось бы от вас больше услышать. Может быть, в виде лекции, может быть, вы могли бы быть моим наставником. И еще мне очень неудобно, что вы обращаетесь ко мне на «вы». Было бы здорово, если бы вы обращались на «ты». Хорошо? Я не знаю, я так привык уже на самом деле. Да просто, знаете, тоже наставник. Это такие громкие слова в действительности. Наставник. Я слишком я далек от совершенства, чтобы быть каким-то там наставником. Я могу рассказывать то, что я знаю. Просто в нашей традиции такие понятия, как там учитель, наставник, да, это по большому счету это говорит о человеке, который сам вот с Богом напрямую общается. Понимаете, вот кто Кришну воочию видит. И так как он видит Кришну воочию, так как он с ним в отношениях, он поэтому, ну вот и нас может познакомить. А я его не вижу. Какой наставник? Давайте просто без всяких этих громких эпитетов, без всего вот этого вот такого помпезного. Конечно, я в принципе и так вам уже что-то рассказываю, и так что-то объясняю. Я могу и дольше что-то рассказывать еще. Это мне не трудно. На самом деле я хочу вас попросить, пожалуйста, не игнорируйте мою просьбу. Я серьезно говорила о том, чтобы вы обращались на «ты», потому что это будет правильнее. И я себя не очень хорошо, комфортно чувствую, когда вы обращаетесь на «вы». На самом деле мне бы очень хотелось учиться от вас чему-то всю жизнь. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Сундарамадава сказал, что я должна научиться следовать правилам духовной жизни сама, без помощи кого-либо. Наставники и учителя очень важны. Они дают советы, которым необходимо следовать, но делать это уже надо самой. Никто за меня не будет читать мантру, молиться и изучать Священное Писание. С самого начала мне необходимо взять ответственность за свою духовную практику, ибо это мой путь. А наставники лишь указывают направление и вдохновляют двигаться к намеченной цели. Но самое интересное, что вот я нахожусь во Вриндаване. Молюсь Кришне и ощущаю, что все это для меня так же естественно, как дышать воздухом. Я наконец-то нашла то, что так долго искала. Сундарамадава сказал, что если я хочу ощутить атмосферу этого места по-настоящему, то необходимо служить тем, кто отрекся от мирской жизни ради духовного прогресса. Я стала раздавать пожертвования, и в душе наступило умиротворение.
Эти бабушки, живущие на улице, кажутся гораздо счастливее меня, живущей в Корее. Чтобы понять причину, мне хотелось бы тоже пожить здесь. У меня есть возможность жить в центре Сеула, в престижном районе Каннам. Я фотомодель и доктор наук. Внимание со стороны успешных мужчин является для меня обыденностью. Но все это не приносит мне счастья. 500 лет назад Рагунат Дас Госвами, родившийся в сказочно богатой семье, отрекся от всего ради духовной жизни. И я кланяюсь его самадхи, чтобы и у меня была возможность ощутить вкус к более простой, но возвышенной жизни. Я стала совершать парикраму, и с каждым днем мое сердце наполняется все большей радостью. Более того, Сундара Мадава для меня стал не просто наставником, не просто другом. Узнавая его больше, я влюбилась. И, как оказалось, это чувство взаимно. Я нашла то, чего искала всю жизнь. Бога, любовь, умиротворение и место, в котором хочу жить. Но сказка рано или поздно заканчивается. Ебасео? Аннасео, Марианна. 3일 안에 촬영이 있어요. 기억해요? 어머, 난 지금 인도에 있는데 그걸 완전히 잊고 있었어요. 반드시 서울로 돌아와야 돼요. 마리아나는 계약을 했어요. 만약 이행하지 않으면 벌금을 내야 될 거예요. 나 대신 다른 모델을 구할 수 없어요? 내 인생에 중대한 변화가 있는데 이 촬영을 하고 싶진 않아요. 안 돼요. 사람들은 오직 당신만을 원하고 있어요. 인적 사항을 알려주세요. 우리가 비행기 표를 살 테니까. 곧 모든 정보를 보낼게요. 그럼. Это самадхи Прабхадананды Сарасвати Такура. Это спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, который 500 лет назад здесь жил, совершал свой баджан, свою молитвенную практику. И он написал много книг, одна из которых это Вриндавана Махимамрита. Слава Шри Вриндавана, нектарная слава Шри Вриндавана. Он описывает славу этого места. Только те люди, которые Вриндаван по-настоящему вот ощутили, по-настоящему осознали, поняли его ценность, только такие люди достойны того, чтобы здесь жить. Жизнь во Вриндаване и смерть во Вриндаване – это не такая дешевая вещь, как может показаться. К великой неудаче ты уезжаешь отсюда. Я в действительности за вот этот небольшой срок, что мы вместе, я вижу, как у тебя очень сильно поменялось твое сознание. Мне тоже очень жаль. Ну, может быть, вы поедете со мной вместе? Поехали со мной в Корею, пожалуйста. Я не хочу юлить как-то. Я тебе скажу честно. Во-первых, у меня просто сейчас все деньги закончились уже. Вот я покупал там билеты, все вот для тебя, да. У меня просто сейчас нет денег, чтобы уже ехать. Но деньги не проблема, я могу купить билет. В действительности это проблема. Потому что если... Знаешь, если тебе хочется быть со мной, то тебе надо научиться жить на те деньги, которые есть у меня, а не надеяться на какие-то свои. И жить со мной, это означает, что Вриндаван на первом месте. У тебя просто жесткий выбор в жизни будет. Либо продолжать свою карьеру, все эти свои гламурные съемки, рекламы, либо жить такой простой жизнью во Вриндаване. Но этот выбор тебе придется делать самой. Нелегкий выбор. А думаешь, мне легко? Я думал, что я никогда в жизни больше ни с кем не свяжу свои отношения. А тут получаешься ты. Я хочу остаться во Вриндаване, но сейчас, к сожалению, такой возможности нету. Нужно завершить дела хоть какие-то, которые начаты. В общем, год назад не могла себе предположить, что буду в Индии. В таких местах священных и вообще, что моя жизнь так переменится. Что я столько узнаю вообще важного, интересного. То, что я искала на самом деле. Интересный поворот действительности. А я не могу представить, что я так влюблюсь. И самое интересное, понимаешь, вот эту
фразу говорит, я влюбился, болью на сердце. Так что да, ты мне нравишься. Да, мне с тобой хорошо. Но я не представляю свою жизнь без Вриндавана. Я не хочу жить без Вриндавана. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Anywhere, anytime, I would do anything for you. Anything for you. Yesterday got away, melody stuck inside your head. A song in every. Ну так иначе из Вриндавана все равно приходится уезжать периодически. Самое главное, чтобы сердце здесь осталось. Я первый раз, когда приехал в 96-м году, мне с одной стороны хотелось уехать, потому что удовлетворился уже какой-то туристический такой интерес. А с другой стороны, очень сильно не хотелось, потому что все частичка здесь, вот в сердце осталось. Я подошел к этому дереву, и я загадал желание, попросил, чтобы снова и снова приезжать во Вриндаван. И вот уже больше, чем 20 лет я сюда приезжаю, и более того, других привожу. И вот получилось тебя привезти. Попроси. Попроси о том же, чтобы была возможность сюда приезжать снова и снова. Потому что многие люди приезжают во Вриндаван, но мало кто сюда возвращается. Потому что мало кто ценит настоящее. То, что у тебя слезы, то, что ты не хочешь уезжать, на самом деле это очень хороший знак. И когда ты улетишь к себе в Корею, то там в Корее, в определенное уже удаление, вот в этой разлуке с Вриндаваном, ты сможешь действительно понять, по-настоящему, нужно тебе все это или нет. То в конечном счете это твой собственный выбор должен быть. И он проверится в отдалении от Вриндавана. Если Вриндаван действительно проявился в твоем сердце, то ты сюда вернешься. Причем не просто вернешься, ты захочешь здесь жить. Кто-то сказал однажды, что если хочешь увидеть мир, посети всего две страны – Америку и Индию. Америка – это верх материализма, а Индия – вершина духовности. Я была в Америке, а сейчас нахожусь в Индии, и тут мне нравится больше. Я нашла во Вриндаване все, что мне нужно, но нити прошлого тянутся за мной и заставляют уезжать. Карьера, съемки, гламурная жизнь, то, чего многие так жаждут, для меня сейчас является проклятием. Судьба сыграла со мной злую шутку. Я вынуждена улетать из Вриндавана, хотя сердце плачет и не желает покидать это святое место. Я улетаю в Корею, но обязательно вернусь сюда опять.